А знаете ли вы, что такое лукбокс? Это единственный сайт по открытию кейсов с брендовыми вещами. Самые дорогие и оригинальные вещи только у нас. Если вы впервые на нашем сайте, у вас есть возможность открыть бесплатную коробку. А также зовите друзей для получения денежного бонуса. Успей забрать все самое дорогое первым на сайте лукбокс. Все ссылки в описании. Всем привет. Я, конечно, пошутил про Питер, мы в Москве. Про небезопасность. Хотя в Питере мне тоже небезопасно. Мне вообще нигде не безопасно. У меня одни враги кругом. Да-да-да-да, что делать, если муж уходит, а ты остаешься с ребенком. Ебать, говорит, ты старый стал, считаешь? Мне кажется, еще красавчик. Интересно, 6 км уже все или нет? Чего? 6 км уже. Чего? Блядь, сделай чуть похолоднее, похуй, как тут жарко. Все в твоих руках. Все, мне, пожалуйста, вот. Давай мне 17 градусов и заебись. 17? Ну, конечно, я же в кофте, охуевший. Я не на улице хожу, в Берлине, зимой. Это все из-за того, что ты пришел значок. Да, мне значок греет пришит. Я такой же. Да-да-да. Шаббат шалом, Яша. О, вот сейчас я вот ощущаю прям, что комфортно. Это жаришка прям. Погода. Отличная российская погода. Все бело, блестит. Аккуратно выглядит все. Всю грязь покрыла. Знаешь, давай сделаю как? Сделаю просто голос в навигаторе. Ты будешь дальше общаться с ними. А я буду знать, куда ехать. И это как? О чем ты говоришь? Та-да-дам. Ребят, я давно уже не смотрю в батлы. Отошел от этого. С тех пор, как встретил свою жену, у меня появились другие интересы. Дочь, привет, моя. Дочь моя, привет. Так. Да, я в Москве. Да, новая версия дегенеративного искусства – это саундтрек к фильму. Ребят, не надо спрашивать, это самые дурацкие вопросы. Просто это, знаете, это старо как мир. Когда альбом, когда будет готов, тогда выставлю. Серьезно. Все, кто вам говорит, что какие-то даты там существуют, там, это все пиздеж. Работаешь, когда готов, ты отправил его на сведение, вот тогда ты примерно можешь знать, когда он будет готов. Нету таких. Тебе, вам никто не ответит на этот вопрос никогда. Никто никогда не знает, когда что выйдет. Будет готов, выйдет. Это дурацкие вопросы, они бесят просто.
блядь, яма. Окей, мы на Лексусе. Это не яма. Дима, это не старый крузак. Какие качества я ценю в женщине? Попа. Грудь. Длинные ноги. Голубые глаза. Не люблю большие соски. Ну, в смысле, когда они, как яичница, терпеть не могу. Большие прям тоже не люблю. Вот, пухлых не люблю. А какие еще качества есть в женщине? Бля, пизды получу, думаю, наверное. Да-да-да, бум-бум-бум. Юр, тур будет? Поехали. Нахуй мы кому нужны, как тур? Можно заказать шмотки в Южную Корею? Это интересно просто. Теоретически, да? Да, можно. Так можно же в любую точку, даже на Украину. Даже на Украину можно. Даже на Украину. Даже на Украину, да. Так что в Южную Корею точно можно. Некоторым долбоебам кажется, если мне один и тот же вопрос зададут 5 раз, я им отвечу. А что спрашивать? Да хуй не всех спрашивать. Так. Подожди, подожди, тут надо типа запомнить. Да. Мне хочет рассказать, кто тут лающая шавка, кто нет. В Германии. Ну, 6, 7, 10 тысяч. В зависимости от того, какой врач. Тебе зима в России. Как Гитлеру и Наполеону, блядь. Какая страна в Европе самая комфортная для переезда из России? Украина. Разница будет мало ощутима. Сорян. Просто напрашивался. Вещи из Gold Store также доходят в Украине. Да. Поэтому разницу не почувствуете. Сейчас я забаню этот долбоеба. Почему ты с интересом наблюдаешь за антихайпом? Ты? Я, надо спрашивать меня, почему. Ты наблюдаешь? Не особо. Хорошо отношусь к ним, но я вообще за рэпом не наблюдаю. Чтобы ты за кем-то следил? Бля, наверное, я сам последний узнал про Big Baby Tape. И он охуенный. Но я даже этот хайп пропустил.
или я просто не слежу. Но, как сказал один великий казахский поэт, если что-то крутое, то оно до тебя дойдет, ты о нем, ты услышишь об этом. Ты о себе? М? Ты о себе сейчас? Нет. Я скромный. Сколько у вас дворовых собак появилось? Не было? Их никогда не замечал. Надеюсь, что здесь правее он говорил. Та-пам-пам-пам. Километр. Заговорил, да. Дима, когда фитс Локи. С кем? Локи. Не знаю, или имеет в виду. Я не понимаю, кого они имеют в виду. Локдога или Локимина, да? Скорее Локимин. Тот Лочи. Вот того тоже Локи называют. Локимин крутой. Девятьсот одиннадцатый Порш, конечно. Денч, привет. Я не покупаю очки, которые могут купить. Ну, типа, я схожу и прошу делать мне их на заказ. Я иногда нахожу где-нибудь в секонде оправу, которая мне нравится, приношу ее. И вот я, например, эту нашел, отнес, и мне по ней сделали, подогнали под мои размеры. Братан, худи, ну обычный худи. Просто у тебя такая же политика, как и у всех, вы не заморачивайтесь над такими вещами, как качество машины. Прикольная идея с тейпами. Вот. Но функциональность слабоватая, то есть фотки будут рваться, это неудобно, это постоянно цепляется за куртку. Толстовка сама по себе и так далее. То есть я бы не стал носить, потому что избалованный, мне нравятся качественные вещи. Это если правду хочешь, конечно. Но спасибо все равно. Привет, Владик. Я не знаю, как погода в Германии и в Москве. Погода, Владик, ну, наверное, так же, как у тебя. Ты же не совсем далеко.
Всем, кто ждет от меня рэпчик, отпишитесь от меня нахуй просто. Чего вы мне пишете эту хуйню? Заебали вы. Реально. У меня нет больше ничего для вас. Серьезно, нету просто. Вам не понравится то, что я делаю сейчас. Вы... Это как будто вы, не знаю, не в тот магазин пришли. Там не появится товар, который вы хотите, к которому вы привыкли. Они, может, тебе не ответили, потому что ты заебал. Я не знаю, почему, братан. Я знаю, как они работают. Мы встречались на днях с ребятами, все передавали лично. Мне сложно верить, когда мне там два человека в полгода пишут и жалуют. Довольны. Поэтому я не могу, опираясь на твое мнение, твою критику, звонить куда-то и разъебывать. Значит, свяжутся с тобой. Я не знаю. Но я не могу себе представить, что кто-то там кому-то... Пусть еще раз напишет. Напиши еще раз. Напиши Юре. Я прошу посмотреть. Напиши Юре или в личку. Пусть перешлет еще раз на почту голода. Перешли еще раз на почту голода. Что за тачка? Ехать всего ничего нет. Крузак старый. Тачка. А у нас? Да. Не, я не заебывал. Я написал одно сообщение. Но ему опять не отвечает. Пусть перешлет, успокоится. Начки нужно было что-то. Нужен был адрес. Надо с Начкой связаться, кстати. Ладно, ребят, пока. Я сейчас зайду, может быть, позже еще раз. Я вспомнил кое-что.